Я рад, что мы встретились. Ты на многое мне открываешь глаза. Я не стремлюсь к этому. Сколько себя помню, я всегда был наблюдателем и собирателем. Я наблюдал за чем угодно и собирал все подряд. Видимо, желание собирать наблюдения и мысли развивалось вместе со мной. Может быть, я просто никогда не мог выбрать что-то одно? Ты всегда выбирал что-то одно, хотя и хотел выбрать все. Вернее, ты просто не хотел выбирать. Эта свобода не для тебя. Ты имеешь в виду свободу выбирать? По-моему, свобода выбора – это неверное и противоречивое понятие само по себе. Свобода – это отсутствие границ, а выбор – это ограничение. Выбирая что-то, ты вынужден отказываться от чего-то другого. Свобода выбора – это осознанное ограничение. Суть свободы именно в осознанности этого действия – выбора. А всегда ли он осознанный? Живет человек, растет, что-то узнает, что-то видит, о чем-то думает. У него появляется мечта. Начинаются бессонные ночи, долгие раздумья, поиски идей и вариантов. Человек взрослеет, и ему говорят, что давно уже пора выбросить все из головы и заняться делом, что работа, семья, обязательства, ответственность намного важнее глупых детских идей. И в какой-то момент он сдается и начинает выбирать из предложенных вариантов. И он обязательно что-нибудь выберет. И ведь это тоже будет выбор, его выбор. Но осознанный ли? Его ли? Он выбирает себе работу, график которой уже выбран за него. Выбирает, что он будет есть на обед из меню, которое уже ограничили за него. Одежду, которую он зачастую выбирает лишь по цвету. Он точно так же выбирает и человека, с которым проживет свою жизнь. Или хотя бы ее часть. Он выбирает жизнь, одну из многих, как ему кажется. И это будет его выбор. Но будет ли у него выбор на самом деле? Что в твоем выборе действительно твое? И почему для того, чтобы сделать действительно свой выбор, нужно осознать, что жизнь скоро закончится?